Я всегда очень любил что-то делать своими руками с детства. Тяга к какому-то созиданию чего-нибудь руками, собственными руками, у меня была всегда. Первый мотоцикл очень было сложно даже не придумать идею, а как ее сделать, потому что опыта практически не было. Путем проб и ошибок, переделыванием. Не понравилось, опять переделал. Я считаю, что первый мой кастом был вполне достойным. После срочной встал вопрос, это начало 90-х, не надо забывать, какое было время. Появилась возможность пойти на службу кадровым военным. Я был молодой, мне 21 год был, я подумал, почему нет. И в один прекрасный момент, конечно, я понял, что я немножко не там. Жизнь проходит, и нужно что-то менять. Я решил, что я хочу заниматься своим делом. И так появилась мастерская Ferrum Art Customs. Сейчас у нас не просто коллектив работников, это команда, это друзья. То есть мы отдыхаем вместе, и работаем вместе, и ругаемся, конечно, бывает. Только что ключи не летают гаечные. Вообще в кастоме очень важны именно детали и качество их проработки. Люди боятся тратить большие деньги, потому что это все-таки не дешевое удовольствие, исходя из того, что это ручная работа, исходя из того, что повышаются цены и на материалы, с которых мы делаем. У нас просто стало меньше заказов. Был такой период, что прям не знаешь, что делать. Даже была мысль закрыть все. Как-то вот мне повезло, что вокруг меня всегда были хорошие люди. Я считаю, что это везение, что на моем пути жизненном где-то то либо это работа, либо это служба, всегда рядом со мной были хорошие люди. Если бы я, наверное, сидел в военкомате и остался бы там, я бы, наверное, не был настолько счастлив, потому что я все-таки хотел что-то делать своими руками, именно то, что можно увидеть, то, что могут другие люди увидеть, сказать: «Вау, это круто!». Но мне хотелось бы продолжать заниматься своим любимым делом. Мне хотелось бы, чтобы рядом со мной также были мои друзья, единомышленники, чтобы все были здоровы, чтобы никто не болел, и чтобы была работа, чтобы была интересная работа. А вот какой совет вы можете дать людям, которые будут смотреть этот фильм и, может быть, тоже хотят что-то изменить в своей жизни, но как бы не могут найти толчок? Вот, может быть, какой-нибудь совет вы бы хотели дать? Я думаю, что надо не бояться, надо пробовать. Потому что человек на самом деле может практически все. Нужно первое захотеть. Второе – очень захотеть. Я не знаю, на самом деле. Самое неблагодарное дело – давать советы. Я скажу так, что если мне что-то очень хочется, я стараюсь к этому стремиться. Пусть это будет не сейчас, пусть это будет не завтра, но маленькими-маленькими шажочками надо к этому двигаться. Я думаю, что если даже вот старая шутка есть такая: не можешь идти к цели – ползи. Если даже ползти не можешь, то хотя бы лежи в этом направлении. Я думаю, что если человек что-то очень хочет, его ничего не остановит. Самое главное – не бояться пробовать. Ну, а песенка называется очень просто «И-хау». Поисковик.
days, no more working like dogs, no more leash, no more boss. I got a weekend full.